Глухой посвящает больного. Говорят глухого, ты пойди проведай хоть раз своего больного соседа. Глухой пошел к больному, но в тревоге остановился все же на пороге. Я глух, трудна беседа мне. Ну, впрочем, напрасно я всем этим озабочен. Что молвит он, что мне сказать ему? Я это все по мимике пойму. Но чтобы исхода не было плохого, сперва продумать надо все до слова. Вот я войду, спрошу, ну, как дела? А он, мне лучше, боль почти прошла. А я ему в ответ, и слава Богу, пускай уходит совсем понемногу. Что есть, попрошу я? Он скажет, рис. Отличное питание. А вот рис, скажу я, а кого же из лекарей ты звал, чтобы с постели встать скорее? Он назовет мне кого-то из врачей, а я ему, скол салмин доктор сей. Лечится у него всего болезни, он навсегда избавит от болезни. И вот глухой к соседу входит в дом, и хоть и видит, нет лица на нем, но вопрошает бодро, как дела? А тот, ужасно, жизнь почти ушла. Глухой в ответ, и слава Богу, пускай совсем уходит понемногу. Шепнул больной, что ты говоришь? Глухой в ответ, он лучше, шепнул больной, не думал я никак, что мне сосед ближайший лютый враг. А что ты ешь? Спросил глухой. А траву? Больной в ответ. Питание на славу почаще ешь. Скол с этим он суров, подумал тот. А кто же из докторов к тебе приходит? О, соседа, помилуй, уймись. Я завтра пронес с могилой. Уж ангел смерть ждет души моей. Глухой в ответ, он лучший из врачей. Войдет он, не останется и духа от твоего несносного недуга. И вот глухой ушел и умилен и рад, и от Аллаха ждал себе наград. Я принял в муках ближнего участия и сам видел, как он плакал от счастья. Между тем и впрямь предал больной сосед, в то утро испытав беду из бед. Пусть Бог того настигнет тяжкой тланью, кто радовался моему страданию. Шептал он, и глухой